Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, зрители. Большое спасибо, что вы подключились к нам, вопреки всем сложностям. А сложности у нас такие, что сейчас в Америке идет ураган Азея, и, к сожалению, Паша Псой-Короленко стал испытывает очень серьезный технический недостаток из-за этого урагана, то есть у него пропало электричество, и, скорее всего, не восстановится еще в течение нескольких дней. То есть сейчас он, к сожалению, не сможет с нами подсоединиться по Zoom, но не беспокойтесь, вам не придется слушать ни меня, ни моего пения, ни просто слушать мою лекцию без иллюстрации с музыки. Фактически, за эти два часа, что мы узнали, что у него пропало электричество, мы сумели найти видео и аудио презентации его песен, и поэтому фактически для зрителей, для вас разница между лекцией и концертом вживую с исполнением с Пашей или записи с исполнением Паши практически не будет. Более того, в этой программе сегодня мы подготовили практически новый материал специально для нее. Многие из этих песен, которые вы сейчас услышите и увидите, раньше не исполнялись, во всяком случае, никогда не исполнялись для русскоязычной аудитории. Поэтому большое вам спасибо за внимание. Прошу извинения за ураган вне нашего контроля, так же, как и эпидемия. Но будем надеяться на лучшее. Я начинаю. В начале 90-х годов библиотекари Государственной библиотеки Вернадского нашли в подвале спецхрана неописанные коробки с рукописными и плохо читаемыми документами на идише. Через некоторое время оказалось, что документы это были записаны и созданы во время войны советскими евреями, а также польскими евреями и румынскими еврейскими беженцами, которые пережили войну в СССР. Ну, когда мы стали близко читать эти документы и просто перестали на них смотреть, как на картину, на них смотреть очень много можно долго, оказалось, что ни одна из этих песен из этого архива не была известна ни ученым, занимающимся еврейской музыкой военного периода, ну или советского времени, и ни одна из них не была похожа ни на одну песню Варшавского или Виленского гетто, песни, которые собирались и в Варшаве, в Варшавском гетто, историком Эммануилом Рингенблюмом или в Виленском гетто записывались Шмерки Кочергинскими и также собирателем в Лоджском гетто. То есть у нас существует довольно большая коллекция музыки евреев времен войны, и времен Холокоста, и ни одна из этих песен на идише, которая нашлась в архиве в Киеве, не совпадала по тексту с ни одной известной из этих песен. Более того, даже в интервью, которое записано были с узниками лагерей, ветеранами войны, эвакуированными советскими евреями в 90-е годы, даже некоторые в 70-е годы, не говоря уже о нашем 21 веке, ни одна из этих песен не сохранилась в их памяти. И этому есть разные причины, о которых я расскажу немножко позже. Оказалось, что вот эти все документы, которые нашлись в библиотеке Вернадского, это архив кабинета еврейской пролетарской культуры, маленького отделения Украинской академии наук, которое во время войны и несколько лет после войны было единственным в СССР учреждением, занимавшимся изучением еврейской культуры и литературы. В кабинете было три секции – лингвистики, литературы и фольклора. Директором секции лингвистики был выдающийся ученый Эли Спивак, автор, который, может быть, известен некоторым из вас тем, что он первым начал собирать вот этот большой красный словарь русской идиш, который вышел, конечно же, много лет после его смерти. И Спивак довольно серьезно интересовался еврейскими песнями, в том числе, как и с важным источником изучения лингвистики языка идиш. Заведующим фольклором в этом же кабинете работал Моисей Береговский, тоже теперь всемирно известный этномузыколог, записавший фольклорист, записавший тысячи еврейских песен и клезмерских мелодий в 30-е годы, в том числе и довольно большое количество еврейской музыки в городе Белая Церковь, где его записи полевые датируются примерно 37-38 годом. Почему важно сказать о том, что он записывал эту музыку до войны в Белой Церкви? Потому что в Белой Церкви не осталось практически ни одного еврея после войны. И вот эта музыка, которую записал Береговский там, она как бы сохранила живые голоса вот этих людей,
людей, которые до войны там пели. В Белой церкви была довольно большая еврейская школа, было музыкальное училище, поэтому там было очень много музыкантов. И Береговскому удалось записать эту музыку. Забегая вперед, я могу сказать, что через 60-80 лет после этого вот эти записи с Белой церкви стали основой так называемого возрождения клезмерской музыки, которое началось в Америке, потом перешло в Германию и постепенно после распада СССР вернулось в СССР. То есть вот это вот возрождение клезмера, оно началось фактически с работы Береговского 1938 года. Во время войны Береговский, Спивак и их подчиненные, их было очень мало, но они были, работали неофициально, они были в эвакуации, Береговский был в Уфе, и там собирали фольклор еврейских беженцев и эвакуантов. Тогда же им стали приходить письма, написанные на фронте, содержащие песни на идише. После освобождения Киева Береговский и его коллеги вернулись на Украину где-то в 44 году и сразу начали собирать песни у бывших узников гетто, в Транснистрии, чудом выживших детей и вернувшихся домой, ветеранов. Во время войны ими было записано сотни песен, описывающих именно войну, песен на идише. Ну, хотя некоторые из них были написаны по-русски, об этом расскажу тоже попозже. Береговский работал над обработкой этих песен со своим коллегом, тоже лингвистом, Рувимом Лернером. К сожалению, у меня нету фотографии, другой фотографии Рувима Лернера. Единственная фотография, которую я смогла найти, это фотография, когда сделанная, когда его посадили в 50-м году. Ну, лучше, чем... никакая. И вот Береговский вместе с Лернером собрали из этих сотен песен, записанных во время войны, отобрали примерно 44 песни для сборника, книги, гранки, которые уже были готовы к изданию. И уже даже была придумана вот эта красивая красочная обложка, вот она здесь, пожалуйста, на экране для вас, которая называлась «Творчество евреев во время Великой Отечественной войны». Но книги этой не было суждено появиться на свет. В разгар сталинской кампании борьбы с космополитами Спивак был арестован, его посадили в 49-м году, и он умер при допросах в 50-м. В Береговского посадили в 50-м году, и он вышел из тюрьмы только в 56-м, Лернера посадили в 51-м. А вот этот архив песен, которые они собирали, материалов, которые они собирали во время войны, конфисковали в качестве доказательства антисоветской деятельности его сотрудников. И до совсем недавнего времени он считался утерянным и пропавшим. И сегодня мы вместе с ПСОем, ну, ПСОю с нами виртуально, а я с вами тоже виртуально, но хотя бы синхронно, расскажем о песнях, об этих песнях и о людях, которые их сочиняли, которые их собирали, и о чуде этой находки, которая дает нам возможность услышать людей, услышать их песни, услышать их мысли в песенной форме, людей, голоса, которые мы считали потерянными навсегда. И вот первая песня, которую мы сейчас прозвучим, она называется «Бабий Яр». Она одна из самых последних песен, записанных для Береговским до ареста. Ее пела Голда Равинская, 73 лет не женщина, которую они нашли в Киеве. Мы мало что о ней знаем. Может быть, она была, скорее всего, она была в эвакуации. 150 тысяч жителей Киева спаслись там. И может быть, она как-то еще пережила войну, мы это ничего не знаем. Но песня эта, это одна из первых, если не самая первая песня на идише, написанная о трагедии Бабьего Яра. Но в Бабьем Яру 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно почти 34 тысячи евреев, не считая детей младше 3 лет, которых не считали за людей, поэтому, наверное, там расстреляно было больше. И постепенно Бабий Яр стал символом трагедии еврейского народа. И вот эта вот песня на идише — это одна из первых народных песен, которая рассказывает о том, что там произошло. И сейчас вы услышите запись этой песни на идише. Это канадская премьера
этого материала, записанная в Корнер Холл, это как большой зал консерватории Торонто, где ее псо исполняет в сопровождении трио Лойка, музыкантов из Петербурга, на скрипке Сергея Ярденко. Гейх мир фун фронт, это грогой сэр Фрейд, воз из мир гекумен дишо, воз из мир гекумен дишо. Гейх мир аранин, что тун фрегоп майне эйгене мэнфорд бироскайнер знито. Гейх мир аранин, что тун фрегоп майне эйгене мэнфорд бироскайнер знито. Иных геблибн штейн, не так рогой загивейн, и на арценотге эфн зихавинт, и на арценотге эфн зихавинт. Ой, на возер зайты кипа, кукштел мир зих фор, майн вайб мит майнейн цикинт. Ой, на возер зайты кипа, кукштел мир зих фор, майн вайб мит майнейн цикинт. Was ist das für ein Zorn auf uns geworden? Was ist das für ein größer Gsar? Was ist das für ein größer Gsar? Oi, von dem größten Zorn seinen viel Menschen aber gefahren, die Verbliebene seinen weg in Babi Yar. Oi, von dem größten Zorn seinen viel Menschen aber gefahren, die Verbliebene seinen weg in Babi Yar. Nacht und Batok haben geklappt Automaten, die Menschen haben gesehen vor sich dem Teut. Die Menschen haben gesehen vor sich dem Teut. Und Blut hat sich gegossen von alle Seiten, und Blut ist die Erd geworden reut. Oi, Blut hat sich gegossen von alle Seiten, und Blut ist die Erd geworden reut. Größer wichtig ist auf ewig verblieben, was der Deutsch hat vergossen Blut. Was der Deutsch hat vergossen Blut. Oi, mit unseren Tränen soll die Erd verschlossen werden, als die Lebedicke soll schön werden gut. Oi, mit unseren Tränen soll die Erd verschlossen werden, als die Lebedicke soll schön werden gut. Ob unser Säun der Sucht wäre noch ein Säun, er will mit sie machen ein Hand. Er will mit sie machen ein Hand. Oi, wie lang wie sie wollen leben, wollen sie das nicht erleben. Sie wollen kein Mal nicht sein in unser Land. Oi, wie lang wie sie wollen leben, wollen sie das nicht erleben. Sie wollen kein Mal nicht sein in unser Land. Я ставлю немножко аплодисментов, потому что я знаю, что вы тоже хотите поаплодировать Псою за его исполнение. И эта запись, извините, я сказала, что это было в Канаде, но эта запись сделана как раз в Большом Кремлевском дворце, когда мы с Псоем здесь вот в декабре были, получая награду за этот проект, называя «Скрипач на крыше». И это первый раз, когда эта песня исполнялась ну, в таком... как бы месте, в том же месте, где был подписан указ об аресте Береговского. Что какая-то история пришла к своему некоторому логическому завершению. И, как вы видите, эта песня, она рассказывает о трагедии в Бабьем Яру задолго до того, как дискуссии о том, что в Бабьем Яру должно происходить, начались в Советском Союзе. То есть Евтушенко написал свое знаменитое стихотворение «Над Бабьим Яром памятников нет» в 1961 году. А тогда, в 1947-м, трагедия Бабьего Яра была местной, локальной. Тогда еще еврейские жители Киева только начали узнавать, где погибли их оставшиеся под немецкой оккупацией дети и родители. И вот эти слова этой песни, они очень тяжелые. Кровь течет по улицам, автоматные очереди. И все это рассказывалось очевидцами трагедии. То есть, скорее всего, это Голда Равинская как-то услышала эти, вот эти рассказы и на основе их сложила вот эту песню. И это довольно
частая практика того, как народ запоминает трагедии или важные исторические события, которые происходят. То есть про них пишутся песни, которые постепенно остаются в народной памяти, когда даже не очень понятно, о чем эти песни были изначально. А у этой песни, вот у этой конкретной песни, в общем-то, есть история, которая не певица самой, а именно контекст, в котором она пела. Сейчас я вам о нем расскажу. Дело в том, что и большинство документов из этого архива, как видите, они просто бумажки, и мелодии там нет. И поэтому работа Псоя заключалась в том, чтобы придумать мелодию, на которую петь вот эти слова. Мелодию он придумал по-разному, иногда было видно, на какую мелодию эта песня ложится, иногда он просто использовал свое воображение. И вот эта конкретная песня поется, например, на мелодии «Дройсингейт Орегон», «Идет дождь на улице», тоже идишская народная песня, записанная Майклом Алпертом, американским фольклористом от эмигрантки из Украины. Но, то есть, мелодия — это полностью придумано Псо. А вот история этой песни была такая. Сотрудница Береговского, Ида Шайкас, шла по улице в Киеве, и она пишет, что «я уйду по бассейной улице 17 ноября, и во время захода солнца я услышала сильный крик из дома номер 19. Я думала, что кого-то бьют, и бросилась в квартиру на первом этаже во флигеле, и увидела там женщин, одну женщину, причитающую, а вокруг нее еще три женщины в возрасте 35-50 лет, слушавших ее и плачущих. Я подсела к ним и заплакала вместе с ними. Причитающая женщина продолжила, а я, незаметно для нее, села сзади, записала текст. Вот так пришла к нам эта песня. И что-то в этой песне давало нам покоя довольно долго, но особенно мне, потому что, конечно, она рассказывает о трагедии Бабьего Яра. И, конечно, она рассказывает о погибших детях, которых вспоминать практически было нигде нельзя. Уже очень скоро после войны воспоминания о войне, особенно о том, что убивали евреев и детей еврейских, об этом говорили не так открыто, и после 48-го года вообще практически не говорили. Но даже до этого это были какие-то семейные разговоры, а не общественные мероприятия. Поэтому понятно, почему женщины собирались и пели такую песню вместе, то есть плакали вместе. Но непонятно, немножко вам картинки показываю этого времени, непонятны вот эти слова, которым песня заканчивается. Сколько бы они ни дожили, они не доживут, никогда их не будет на нашей земле. Но в конце концов, она написана уже в 47-м году. Немцы из Киева ушли в 44-м. Прошло уже 3 года. Почему песня, которая говорит о такой трагедии, которая не дает людям спать ночью, которая бередит их сердце, почему она вдруг упоминает врагов, которые не доживут, уже нет на этой земле 3 года? То есть что-то в этой песне не совпадает. Что-то в этой песне говорит о том, что в ней есть какой-то, может быть, еще секрет. И я не знала, в чем он заключается, но несколько лет назад мы с Псоем выступали в Чикаго, и после концерта к нам подошла одна женщина и сказала, что, вы знаете, я узнала эти слова, вот именно эти последние слова этой песни. И мелодия, говорит, конечно, была другая. Ну, конечно, она была другая, потому что Псой пел так, как он думал. Но слова, говорит, эти, они, говорит, совершенно не о немцах. Слова эти о следующем ситуации. Дело в том, что в Бабьем Яру погибло, почти 34 тысячи человек тогда в сентябре, но потом там еще много кого расстреливали. То есть всего в Бабьем Яру похоронено сейчас, по-моему, говорят, примерно 90 тысяч человек. И каждый раз, и, конечно, трупы не хоронили глубоко, не было на это времени, и никто этим особенно об этом не думал, но каждый раз, когда шел дождь, то эти трупы постепенно всплывали. И вот самое, кстати, первое стихотворение о Бабьем Яру было написано Ильей Оренбургом, у которого там погибла мать, и он в 45-м году по-русски, и он писал о том, что вот эти тела, что эти трупы, они все время на поверхности. И каждый раз, когда это происходило,
то эти трупы напоминали жителям Киева о том, что там было во время войны. Но дело в том, что проблемы евреев, особенно на Украине, не закончились с войной. Люди, которые вернулись в Киев из эвакуации, им не были особенно рады, им было очень трудно часто найти работу, им было очень трудно вернуться в свои квартиры, их жилье часто заселились другие люди, которые совершенно не спешили его отдавать. И вот эта вот новая политическая, культурная обстановка, к которой они совершенно не привыкли, она их волновала. Но говорить о ней официально тоже было невозможно. И вот эта песня, она рассказывает о том, что произошло во время войны, о том, что говорить пока тогда было можно. Но для нас, для слушателей, она еще вписывает некоторую очень важную информацию о том, что она говорит не только об убитых детях во время войны и о разрушении евреев, но и об антисемитизме, который испытывали евреев на Украине в послевоенное время. И, конечно, Береговский, который сам от этого страдает и который переживает того, что будет дальше, не может все это записать в своих объяснениях этой песни. Но, тем не менее, если хорошо искать, и если вот еще повезет с человеком, который эту песню помнил, можно понять, что эта песня — это как такое напоминание и такое письмо в будущее о людям, о том, что происходило в Киеве, и что волновало, и что было понятно евреям, которые там оказались сразу после войны. Многие песни, кстати, сохранившиеся в этом архиве, во многом поменяли наше представление о том, как советские евреи, говорящие на идише, воспринимали войну именно во время войны, а не много лет спустя. Ну, мы узнали, например, о чем пели женщины и дети, как они воспринимали военную хронику. Псой со своим воображением и знанием еврейской культуры смог добавить мелодии к этим словам, которые действительно дали им возможность зазвучать так, как они бы или звучали бы тогда в 40-е годы, ну или, как бы мы надеемся, понравилось людям, которые эти песни сочиняли. И вот следующая песня, которую вы сейчас услышите, она тоже пришла к нам без мелодии. Ее слова были написаны женщиной по имени Тайбл Бирван, швея из Минска. Во время войны она была в Узбекистане. Ее муж Миша служил на фронте. Вот, и она написала ему письмо, которое, значит, выразило свое отношение к тому, что он должен на фронте делать. Ну, прежде чем вы услышите эту песню, должна сказать, что во время войны примерно 440 тысяч евреев служило в Красной армии, из них 130 тысяч погибло. История вот этого евреев в Красной армии во время войны — это одна из важных историй и войны, и истории еврейского сопротивления. Вот. Ну, это Тайбл Бирман ничего этого пока не знает, и вот тогда, в 43-м году, она сочинила песню своему мужу Мише. Сейчас я вам хочу ее сыграть, и вы можете прочитать слова ее перевода вот здесь рядом с видео, и это как раз, да, исполняется в Канаде в Большом зале консерватории. Well, Mischai, no Pitzler, Hitler's Deutschland zerreißen. Mischai, no Pitzler, Hitler's Deutschland zerreißen. Mir neue See vernichten, wie unsere oben massenweis. Taibo, meine, du sollst wissen, wie sie laufen, wie die Mais.
verzamte Meise leuchten in die Löcher, in die Spalten, mir Obersee obsuchen, sie sollen sich behalten, mir Obersee obsuchen, sie sollen sich behalten. Mir ich schon gibt euch Rahmen, all das Beis, die bräune Zore, weil mir schon Hitler erschlagen, die wilde Haie in ihr Nore. Что в комментариях люди пишут, что мелодия знакомая, я не могу сейчас нажать, потому что я боюсь, если что-то нажму, у меня перервется трансляция. Но, конечно, вы узнали мелодию и Блантера «Катюша», и даже немножечко еврейской песни «Тум Балалайка», которую Псой подобрал к этой песне сам, но они очень хорошо подходили. И песня это, конечно, о любви, но и довольно серьезно о ненависти. Сравнение немцев с крысами и с мышами очень вписывалось в культуру того времени. И что важно в этих песнях, в принципе, если бы мы не знали, что она написана на идише, ничего не выдавало в ней какое-то особо еврейское содержание. То есть в переводе на русский это были русские песни, и в переводе на украинский — украинские. Кстати, недавно мой коллега Грегори Аймара Пармут прислал мне редкий сборник песен времен войны на украинском языке, где я нашла очень похожий вариант Миши. Даже, по-моему, рифмуется, может петься на ту же мелодию, что и Миша, сочиненный Тайбл Берман. И вообще, должна сказать, что одной из находок этого архива было то, что самые жестокие, самые безжалостные песни были написаны женщинами. Ну, или пелись женщинами, которые призывали солдат воевать без сострадания к врагу. Ну, а забегая вперед, самые романтические, самые ну, не то, что красивые, но самые добрые песни были написаны как раз именно солдатами, которые в этой войне служили. Ну, возвращаясь к жестокости, хочу рассказать такую историю вот именно про эту песню, что в прошлом году мы с Псоем и с Сергеем Ерденко, группа «Лойка», исполняли эти песни на концерте в Австрии, где их транслировали по государственному радио с полным переводом на немецкий язык, хотя немцам идиш этой песни, во всяком случае, точно уж понять. И в радио тогда понеслось куча жалоб о необоснованной жестокости именно этой песни, жестокости к немцам. Многие слушатели, например, в Австрии говорили о своих родителях и дедушках, которые не вернулись с Восточного фронта, или которые рассказывали им о том, как их прекрасно встречали местные жители. И вот эта песня полная ненависти их очень удивила, потому что по рассказам дедушек им только открывали двери, они открывали церкви, и вообще их приняли отлично. И поэтому то, что их кто-то там не хотел, они услышали первый раз на этой программе. И с этой песней вообще у нас было очень много проблем, и с этой, и с еще одной песней, от тоже написанной женщиной Берты Флаксман для своего возлюбленного Ёшки из Одессы, который сражается с врагом, где она просила его разрезать немцев на куски, как свиней злосчастных.
И дело в том, что когда мы исполняли и эту, и ту песню в параде, здесь в Канаде тоже, то нам пришли пожелания от редакторов немножко смягчить тон песни и сказать, что ну, все-таки это радио семейное, как бы для семейного прослушателя, неужели можно такие жестокие песни по нему передавать? И тогда как бы, я начала спорить с продюсером и сказала ему, что это первый раз, я думаю, в истории музыки на идише, когда ее цензурируют не за ее вульгарность, за плохой вкус, а за ее жестокость. И это такой важный момент в еврейской культуре, который мы должны отметить. Ну, в результате никого это не убедило, но убедило то, что на идише мало сейчас кто понимает без перевода, и поэтому песню передали и в Канаде, и потом передали. В Австрии уже не было выхода. Она вышла на радио, зато пришлось делать с жалобами. Ну, возвращаясь к жалобам австрийских радиослушателей, хочу сказать, что эти песни открыли секреты не только для их потомков, но и во многом дополнили свидетельства из дневников, мемуаров и воспоминаний евреев-красноармейцев. Дело в том, что многие из них утверждали и в этих мемуарах, и в дневниках, и даже в интервью, что во время войны они совершенно не употребляли, даже иногда не слышали идиш, ну, кроме писем домой, на котором они писали. И вообще, что в общественном контексте этот идиш практически перестал употребляться на фронте. Я сама лично записала более 200 интервью с ветеранами, евреями-ветеранами войны и в Москве, и в Германии, и в Америке, и в Канаде. И эту историю я слышала очень-очень часто. То есть, когда я их спрашивала про идиш на войне, им говорили, что если я могу задать такой вопрос, то значит, я вообще не понимаю ничего ни про войну, ни про идиш, ни про евреев в Красной Армии. Но оказалось, что все они помнят неправильно, потому что в архиве нашлось куча песен, сочиненных именно евреями-красноармейцами, именно на идише, о том, что там происходило. Иногда эти песни были настолько важными для людей, которых сочиняли, что они их хранили годами и даже держали при себе, если они погибали. Ну вот, например, вот сейчас вам покажу записку, которая оказалась в Береговском следующим образом. Это песня, написанная партизаном Берлом Лопатином, которого нашла тело нашла женщина по имени Лея Романовская через год после его гибели, и она посмотрела в его карманах и вот нашла вот эту вот бумажку. Я ничего про нее не знаю, и не знаю, почему, как что произошло, но знаю только следующее, что у нее был знакомый по имени Шимон Сандлер, мне очень интересно, это тот ли Шимон Сандлер, который написал «Зеленый учебник идиша», но не знаю ничего больше про это. Вот, и Шимон Сандлер переслал эту бумажку Береговскому. И то, что на ней напечатано, это песня, написанная Берлом Лопатином, который родился в местечке Лахва Пинского района, то есть западная часть Белоруссии, то есть Польши. И слова в ней такие, что красноармеец приходит в синагогу в Йом-Кипур, и потому что всегда в Йом-Кипур он приходит в синагогу каждый год. И тут война, и он, значит, нашел эту синагогу, то есть заходит. И смотрит, и видит, что там вся его семья, его бабушки, его дедушки, его родители и его маленький ребенок. И он подходит к ним сзади, трогает их за плечи, оказывается, что они все мертвы. То есть, что это синагога, что люди там, что кажется, что они люди, но на самом деле никого не осталось. Это вот содержание вот этой песни. Я совершенно не знаю, как он ее напечатал, например, на машинке, где эту машинку взяли, почему он ее хранил. Но вот это единственное, что осталось от этого партизана Берла Лопатина. Песня, которая ему была важна и которая теперь рассказывает нам о нем. В архиве много таких документов, я вам покажу еще несколько через несколько минут. И я должна сказать, что
одно из самых важных вкладов работников архива, в том числе Береговского, в научную работу по исследованию евреев было то, что они сумели записать песни от людей, переживших войну именно на Украине, а также сохранить вот такие письма и записки, найденные в разных местах у погибших евреев. В 1944 году Береговский и его сотрудники вернулись на Украину. На Украине погибло примерно 900 тысяч евреев во время войны. Под немецкой оккупацией меньше 1% евреев выжило. А та часть Украины, которая была оккупирована румынской армией, там процент выживания был немножко выше, то есть от 15 до 30% евреев осталось в живых. И я должна сказать, что прежде чем Береговский вернулся на Украину, он защитил в Москве, в Московской консерватории, диссертацию по истории еврейской музыки. То есть он был кандидатом музыковедения, кандидатом наук. И когда он, его экзаменатором, например, был Виктор Белый в Москве, это автор известной советской песни «Орленок», Йехескель Добрушин, еще один известный еврейский литературный критик и поэт, а также Владимир Квітко, не тот Квітко, которого мы знаем, Лев Квітко, а Владимир Квітко, специалист по украинскому фольклору. И когда Береговский защищал вот эту диссертацию в Москве, то вся экзаменационная комиссия была в слезах, потому что в декабре 43-го года защищать диссертацию на материалах, собранных в Белой Церкви в 38-м году, уже было понятно, что, конечно, это научная работа, написана о музыке, авторы, которые исполнительные, которых больше не осталось в живых. И, забегая вперед, должна заметить, что следующая диссертация, написанная именно по еврейской музыке, за которую дали научную степень, была защищена в Бостонской консерватории в 1978 году Джоэлом Рубином, Ханкусом Минским, который писал про клезмерскую музыку Америки. То есть очень странно думать про СССР 43-го года как центр изучения еврейской музыки, где защищаются диссертации на эту тему, но тем не менее это так было. Ну и вот в 44-м году Береговский возвращается на Украину, и в течение 3 лет, с 44-го по 47-й год, он и его сотрудники ездили по разным городам Украины. Берш, Шаргород, Брацлав, Тульчин. И искали там людей, которые говорили на идиш, записывали их песни. Работа эта была очень тяжелая. Пережившие войну на оккупированных территориях боялись, теперь уже немцы ушли, румыны ушли, теперь они боялись советской власти. И предпочитали говорить об этом очень мало. Дело в том, что советские граждане, пережившие войну под немецкой оккупацией, всегда подвергались дополнительным допросам. И в инструкции НКВД 41-го года уже, декабря 41-го года, было написано, что особенно надо внимательно относиться к евреям, которые пережили немецкую оккупацию, потому что если они уже остались в живых, значит, они так сотрудничали с немцами, что они их оставили в живых. Поэтому большинство людей, переживших немецкую оккупацию, переживших эти лагеря и гетто, они врали о том, что происходит, что с ними было во время войны, говорили, что потеряли документы, что пережили войну в эвакуации, и совершенно не хотели делиться тем, что с ними происходило. И поэтому записывать их фольклор, то, как Береговский собирался, он в какой-то момент думал, что, может быть, вот эти песни, они станут важным таким приложением, дополнением к «Черной книге», над которой тогда работал Илья Эренбург и Василий Гроссман. Береговский был знаком с Эренбургом, и Эренбург, потому что часто ему посылал материалы на идише, которые он сам не читал для «Черной книги», и вот эти материалы частично тоже находятся в архиве в Киеве, и Береговский с ними работал. Все шло очень плохо, очень медленно, и тогда Береговскому пришла в голову гениальная, я считаю, идея, обращаться не к взрослым, а идти в школы. Потому что дети, как мы все знаем, совершенно не умеют держать секреты, и Береговский искал вот этих еврейских детей в простых общеобразовательных школах, где спрашивал их там: «Мойшела, а ты знаешь, где ты был во время войны?» Мойшела говорит: «В эвакуации с мамой». «Мойшела, а ты знаешь какие-нибудь песни?»
«Знаю», — говорил Мойшелла, и начинал петь песни на идише. И Береговский тогда спрашивал, а где ты их слышал? Он говорит, ну как где, в Печоре. Печора — это был лагерь и гетто, находившийся в Винницкой области на Украине, где почти 30 тысяч человек погиб. И вот так, вот именно таким образом, с юмором и с творческим подходом, Береговский записал сотни песен. Именно выживших детей и некоторых взрослых, их родителей под эвакуацией. Но, конечно, никто не признавался, что они эти песни сочиняли сами, потому что, ну, народные песни есть народные, говорили, что они где-то слышали от соседей или от погибших. И, кстати, о детях, которые писали песни и пели песни в этих гетто, довольно интересная и немаленькая часть архива содержит в себе записки, вот похожие на то, что я вам показала, которые дети писали в гетто, иногда в форме песен, и о том, что с ними происходит, иногда просто три строчки. Скомкали эти записки и кидали их за ограду гетто. Иногда эти записки кто-то подбирал, и каким-то чудесным образом они оказывались у Береговского. Одна, например, такая записка была написана маленькой девочкой в Винницком гетто в середине августа 41 года. И в ней было всего три слова, три строчки. Не забудьте, что мы жили и как мы умерли. И потом три раза повторялось на идише. Vergessen's nicht, vergessen's nicht, vergessen's nicht. Не забудьте, не забудьте, не забудьте нас. И записка эта оказалась у Береговского следующим образом. Ее нашла одноклассница, видимо, этой девочки, которая узнала ее имя и положила ее в конверт, адресованный вот следующим образом: Илье Эренбургу, Москва. И вот она дошла до Ильи Эренбурга. Илья Эренбург переслал эту записку Береговскому, потому что она была написана на идише. И так это, вот эта вот строчка, даже не знаю, из этих песен, осталась у Береговского. И все, кто знает историю Холокоста, историю уничтожения евреев в Винницкой области, знают, что никто из детей не пережил 29 августа 1941 года в Винницкой гетто. Все они погибли. Потом это гетто восстановилось, и там уже были взрослые люди, но понятно, что эта девочка не дожила до конца войны. Или, например, вот такая записка, уже в довольно форме довольно длинной песни, выброшенная за забор Каменец-Подольского гетто. Как вы знаете, Каменец-Подольское гетто существовало очень недолго, и Каменец-Подольское расстреляно было в начале войны 8 тысяч евреев, это еще до Бабьего Яра. И девочка, которая была вот в этом гетто, написала вот такой стих, как вы видите, это, ну, не то что пародия, но измененные слова известной такой блатной песни «Зачем, зачем ты, мать родная, значит, зачем на свет ты родила?» Но она изменила слова этой песни, рассказывая уже о том, что происходит в гетто, что название «Юда» нам дала, это «Юдет», как немцы называли евреев, и дальше вот это все описала. Как вы видите, в песне довольно много грамматических ошибок. Почему? Потому что, скорее всего, этой девочке было тяжело писать по-русски, ее родной язык был идиш, но она, думаю, подозревала, что на идише ее никто не поймет, и ей было важно записать то, что с ней происходит, и песня дала ей возможность это сделать, потому что по-русски самой вот так вот сложить текст о том, что там происходит, она бы просто не смогла. И песня, которую вы сейчас услышите, она тоже была написана ребенком, и ребенком, который пережил войну, и в 45-м году эту девочку проинтервьюировал Береговский, где она ему пела вот эту песню. Эта девочка пережила Печору, лагерь, как я уже сказала, находившийся в Винницкой области, и сказала ему, что она эту песню сочинила именно там. На Печора, я не знаю, я боюсь нажимать на этот чат, чтобы узнать, насколько известно этот лагерь в Печоре, не тот, который на севере, за Полярным кругом, а тот, который на Украине. Но история вот этой Печоры, это история довольно неизученная, и история очень полная разных всяких сложностей. Почему? Потому что, ну, сразу после войны, во-первых, советская власть отрицала, что Печора существовала.
выживших из Печоры было не так много, но те, кто выжили, боялись говорить об этом по причинам, которые я уже рассказала. Ну, а никаких фотографий из Печоры не осталось. А суть Печоры была в следующем, что это она находилась в... Сейчас посмотрю, есть ли у меня фотография. Нет, боюсь дальше показывать. Печора находилась в здании туберкулезного санатория. И там как бы дело было так, что узников туда привозили, 10 дней не кормили, большинство из них умирало. И потом привозили следующих. Иногда дети могли оттуда как-то выйти, принести воду или торговали там с местными жителями, как получалось, но это очень редко. Но почему все о ней запрещалось говорить? Потому что большинство охранников Печоры, большинство всех, кто там работали, это были местные жители. А тема сотрудничества местных жителей с немецкими оккупантами была очень тяжелой, до сих пор остается очень тяжелой темой для изучения по разным всяким причинам. И поэтому вот эти страдания Печоры, они практически неизвестны. А в архиве содержится огромное количество песен, сочиненных именно в Печоре и рассказывающих о том, что там происходило, даже песен, которые называют по именам всех охранников, особенно тех, которые особенно сильно издевался над узниками. И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, она называется «Сижу я в лагере», написана в 45-м году, вот эта девочка Валя, которая пережила лагерь, ей было 10 лет, а исполняет ее Сергей Ярденко, тоже во время концерта в Канаде. Сижу я в лагере, сижу я в лагере, уши надоело в лагере сидеть. Хочу на волю я, хочу на волю я, хочу на волю я, на волю. Хочу на волю я, хочу на волю я, хочу на волю я, на волю погляди. Проходит день и час, проходит день и час, на холод гонят нас за просто.
Очень сложно понять, в каких обстоятельствах Валя пела эту песню. Может быть, она пела ее, когда она попрошайничала, или приходилось просить милостыню. И очень часто эти песни пели о несчастной доле детей-сирот. И вот эта тема, кстати, детей-сирот, она была совсем неочевидной в советском контексте, потому что до войны сирот жертвами никто не считал. Наоборот, советские педагоги Сухомлинский и Макаренко верили в силу коллектива для воспитания детей, оставшихся без родителей. Но во время войны вот эта вот история, она вся практически исчезла, потому что потери родителей и страдания детей без родителей считались самой тяжелой трагедией, который человек может испытать. И в песнях Печоры очень много вот этой сиротской темы. Ну а потом во время войны сироты превратились все, не только дети, но и взрослые, которые потеряли своих родителей, своих бабушек под оккупацией. И вот эта тема сиротевших взрослых, она стала потом очень важной для советской еврейской культуры. Она передалась, например, в романе Гроссманова «Жизнь и судьба» и стала во многом еврейской темой, потому что для еврейского солдата или офицера выжить во время войны в Красной Армии было гораздо легче, чем для его родителей или для его детей, оставшихся под немецкой оккупацией. Как я уже сказала, 2/3 солдат вернулись домой, а только 1% евреев под немецкой оккупацией выжили до конца войны. Но я должна сказать, что в гетто сочинялись не только жалобные и разрывающие сердце песни, как вы сейчас услышали, но и оптимистичные, и даже с юмором. И вот, например, следующая песня, которую мы очень хотели, чтобы Псой вам спел вживую, но получится так, как получится, она еще нигде не исполнялась и на публике, рассказывает об одной из самых главных трагедий гетто, и это эпидемии. Дело в том, что огромное количество людей, если не больше, это была главная причина смерти в гетто, умерли от тифа. И косила эпидемия тифа людей не хуже, чем немцев и румын, чем немцы и румыны. И сочетание тифа и холеры убивало огромное количество людей в гетто. И, кстати, в Украине, в Польше тоже. И вот эта тема болезни в гетто, эпидемии, она только сейчас начинает рассматриваться серьезно, так как, во-первых, большинство гетто на Украине существовало очень небольшое количество времени, например, в Бердичеве гетто было всего 10 дней, то есть там собрали, убили, в Киеве вообще гетто не было. То есть было времени развиться болезням. А вот в Транснистрии, где гетто были, где командовали румыны, и гетто существовали в течение нескольких лет, там, конечно, тиф и холера свирепствовали. Ну и так как мы сейчас все с вами думаем про эпидемии все время и про то, как с ними жить, то вот это и как с ними бороться, мы решили показать вам сейчас песню, которая написана неизвестным гетто Транснистрии. Помните, что все имена очень сложно найти. Человеком по имени Элвин Акур, не знаю, это женщина или мужчина, написана она от лица тифозной вши, так она и называется, «Я тифозная вошь», сочиненная, вот это вот оригинал этой песни, сочиненная в 43-м году в Транснистрии. Вот ее слова, и вот Псой ее поет. К сожалению, только аудио, но я думаю, что слова искупят этот недостаток. Ла-л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 а
такая тифозная вошь. Интересно, конечно, мелодия этой песни, кстати, пришла из этой записки, то есть мы знаем, что в гетто были очень популярны такие веселые песни, может быть, вы узнали эту мелодию, то есть ее все не пришлось придумывать, потому что в записях было, что она поется на это мелодия песни «Йосселбер», известной песни Первой мировой войны, которая говорится о солдате Йосселбер, который служит в армии, и такой неопытный, что он даже не знает, как стрелять, и даже и думает, что веник — это его ружье. Вот, такая юмористичная. И в одна из открытий этого архива, что там, где мелодии сохранились, очень часто они были гораздо более веселые, чем мы могли себе представить. То есть люди писали о страшных вещах, но спели их на довольно такие веселые мелодии. И вообще вот эти песни, они интересны тем, что... Они говорят о том, что имело значение, что казалось важным для людей вот именно тогда, в тот момент, когда они сочинялись. То есть если бы человек, вот это Элвин Акур, не знаю, женщина, мужчина, или кто-то бы этого человека проинтервьюировал после войны, совершенно не факт, что она бы или он вспомнили бы про эту песню, потому что они бы рассказали о том, что происходило в этих гетто, кто погиб, как там, что было. Может быть, они бы рассказали про... то, как им, с чем им пришлось столкнуться после войны, или если они эмигрировали, про трудности эмиграции. То есть вот эта вот песня про тифозную вошь, она, скорее всего, не осталась в их памяти, потому что говорить об этом казалось неуместным, когда есть столько много других разных тем и более важных тем, которые надо обсудить. А песни, они дают нам почувствовать вот именно этот момент, что было важно тогда. И с этой точки зрения... Очень часто они содержат подробности, которые важно было для людей, чтобы они сохранились. Ну, например, в Печоре, как я уже сказала, были очень жестокие охранники, и охранники, и многие из местных жителей. И очень много песен Печоры, они упоминают их по именам. Например, охранник Сметанский является героем очень многих песен, ну, антигероев очень много песен, потому что он известен тем, что он брал взятки, потом все равно убивал людей или просто веселился тем, что стрелял по идущим людям, ну и так далее. Вот песни документируют все эти ужасы. И иногда нам везет, что остаются люди, которые это помнят, и которые могут сказать, да, в песне было все так, или там было как-то по-другому, но дают нам возможность узнать, что происходило. А иногда песня — это единственное, что вообще от этого места осталось. И тогда, ну вот как, например, эта записка из Винницкого гетто, и тогда нам приходится использовать ее, чтобы понимать, что там происходило и что было важно. И вот следующая песня, которую я вам хочу сейчас показать, она фактически задокументировала судьбу евреев местечка Жабокрич, Винницкой области. Из 4000 жителей Жабокрича, которые там жили в 1939 году, 679 были евреи, и среди них были беженцы из оккупированной немцами Польши тоже. 27 июля 1941 года в Жабокрич вошли немцы с румынами. И в течение трех дней захватили большинство проживающих там евреев и расстреляли их в четырех подвалах. Большинство расстреливающих были именно местные жители. Во главе поставили 19-летнего мужчину, сына советского военного чиновника. Его отец убежал, а он стал начальником вот этого расстрельной бригады. Но дело в том, что в Жабокриче произошло что-то очень необычное для вот этой вот истории уничтожения евреев во время войны. Дело в том, что на следующий день после расстрела эти люди, которые расстреливали, начали испытывать угрызение совести и пошли посмотреть в этих подвалах, не остался ли кто-то там в живых. И действительно нашли несколько раненых, и потом ночью вытащили их из этого подвала и спрятали в доме вот этого парня 19-летнего, который командовал расстрелом. И сейчас я вам хочу рассказать о трех людях, которых они вот так вот вытащили. Один из них, одного из них звали Григорий Шмулевич. Ему в этот момент было 11 лет, а его матери, Гольде, было 55. Он был ее поздний ребенок. Сейчас я посмотрю, если у меня фото. Одну секундочку. Вот это ее фото его матери в 1946 году. И
ее ранили во время этого расстрела, а Григорий спрятался в бочке. И в этой ночи, когда их вытащили из этого подвала, их через несколько дней после того, как прятали этого 19-летнего расстрельщика, переправили в подпольную больницу в Крыжополь, где мать его подлечили. И из 560 человек, которые оказались в этих подвалах, 200 примерно вытащили, вот так же, как и Григорий. И когда немцы ушли из Жабокрича, там остались румыны, и для этих 200 человек они организовали гетто, где Григорий и его мать жили до войны. Они оба работали на швейной фабрике, где зашивали немецкую форму. И многие жители этого гетто умерли от тифа. После войны Григорий и его мама вернулись к себе домой. Чудом их пустили туда люди, которые там жили во время войны. И в 1945 году в Жабокрич приехал Береговский, чтобы искать выживших войны и записать их песни. И остановился он как раз у Голды и у Григория. И тогда Голда, кстати, спела ему песню, об этом тоже расскажу немножко попозже. И тогда к ним в гости пришел парикмахер, которого тоже вытащили из этого расстрельных подвалов, по имени Шика Гершберг. И на следующий день, после того, как его вытащили из этого подвала, он написал песню о том, что там произошло. И вот эту песню, которую еще никто нигде никогда не слышал, вот она, запись, как она записана Береговским в 1945 году, вы сейчас услышите. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот вот документ. Как вы видите, это нотная бумага, но ноты там нарисованы от руки карандашом, а внизу написан текст, но нот самих нет. Дело в том, что у Шикла Гершберга было желание петь, но, как у, иногда бывает у людей, которые желают петь, не было слуха. И Береговский совершенно не мог понять, на какую, как записать эту мелодию правильно. Ну и так как его Береговского потом посадили, проект не был закончен, и вот видите, осталось это белое пятно. Ну и Псой это белое пятно восстановил. И, как оказалось, довольно удачно, потому что всего несколько недель назад в Киеве нашлись некоторые аудиозаписи этого проекта, и в том числе эта песня. Оказалось, что Псой восстановил эту мелодию, совершенно не зная работы вот с этим документом, на котором ничего не написано, один в один так, как ее пел сам Шикл Гершберг. Ну, вот сейчас эта песня. С ее слова здесь в переводе. Вот я Ertois menšinus ir išteitil žabokričios pasit. Inegin ferzikin jūrot, man dėjidin firkeilers farfit. Mogi trimdi menšin, cintraisik ferzik mitai mūl. Un jėder fenzeis gifon durchein kūl. Mogi trimdi menšin, Die Koilers von den Frühen mit dem Kinderschen gewähnt, um geriert nicht.
песня, тяжелые слова. И Григорий очень долго не рассказывал никому, что было с ним во время войны. И как он пережил и про эти подвалы, и ничего не рассказывал. Но он пережил войну, он до сих пор жив, до 120, живет в Москве. И в 2015 году вышла его книга в издательстве «Полимет» при поддержке Центра Холокоста, где он как раз рассказывал о том, что с ним произошло, с его мамой. И вот это фото, которое он показал, это фото из этой книги. И я познакомилась с Григорием, когда я была сейчас в Москве в декабре, но сценарист, режиссер Елена Якович тоже встретилась и поехала вместе с ним в Жабокрич. И так выяснилось, что Береговский останавливался у его матери. И когда Григорий услышал эту песню Гершберга, он сказал очень важную вещь. Он сказал, это все было именно так. То есть в песне сохранились действительно самые главные моменты того, что произошло в Жабокриче. И многие песни, записанные Береговскими, они остались единственными свидетельствами того, что происходило в этих местах. Они являются как бы кратким содержанием народной памяти. Но должна заметить, что в своей книге Шмулевич не упоминает Береговского, не упоминает Гершберга и вообще не упоминает никакие песни, потому что в воспоминаниях он пишет о вещах, которые ему казались важными. Я вам сейчас хочу показать вот этот маленький, буквально 5 секунд момент, когда Елена Якович приезжает с Григорием Шмулевичем в Жабокрич, и они идут на могилу его матери, просто чтобы видеть этот Жабокрич. Там тут нет никаких слов. Ну, просто чтобы вы видели. Позже на экране этого уже нет на Амере, но Елена, которая уже заканчивает фильм, рассказывающий об этих песнях, и о Жабокриче, и о некоторых других вещах работы, в принципе, о работе Береговского, рассказала мне, что сразу после этого момента Григорию стало плохо, и ему пришлось вызывать скорую, и его привезли в этот в больницу в Крыжополе, где ему стало лучше, то есть та же самая больница, где тогда во время войны вылечили его мать. То есть история вот так вот повернулась, складывается так, что придумать это просто невозможно. И то, что в его воспоминаниях нет этой песни, это не означает, что эти песни не содержат очень важную, можно сказать, важнейшую информацию о том, что там происходило. Вот, например, я историк, изучаю кучу документов, и если бы я, зная все, что я знаю о том, что произошло в Печоре, или в Жабокриче, или в Бершиде, и кто-то бы меня попросил написать два абзаца о том, что там происходило, я думаю, что я бы не смогла это сделать лучше, чем люди, которые сочиняли вот эти простые песни, в которых самое главное все-таки было записано и оставалось. Теперь я бы хотела немножко, подходим уже к последней четверти нашей программы, и перейти, рассказать об опыте евреев, о котором мы еще не упоминали, и это эвакуация. Во время войны 1 400 000 советских евреев, плюс еще 250 000 еврейских беженцев из Польши и Румынии пережили войну в СССР. Многие из польских евреев сначала сидели в тюрьме, в 1939 году их посадили и отправили в тюрьмы в Сибирь, на Урал, в Казахстан, но в 1941 году освободили, и многие из них остались жить единственной из своих семей. То есть в Польше погибло примерно 3 миллиона евреев, 300 000 осталось в живых, и 250 000 из них пережило войну в СССР.
И некоторые из них служили в армии, в армии Краева Польской, но там их не хотели. Некоторые служили в Красной армии, это еще отдельная важная история. Ну и довольно много их жило и в Узбекистане, и в Казахстане, где они ждали конца войны и очень внимательно следили за тем, что происходит в Европе, то, что происходит на войне, и сочиняли тоже, конечно, песни. Но я думаю, что это уже не является сюрпризом для вас, потому что мы об этих песнях сегодня только говорим. Эти песни записывались и самим Береговским, но Береговский был в Уфе, поэтому он в основном работал там, и более того, в Уфе он все-таки занимался башкирским фольклором гораздо больше, чем еврейским. Но у него было довольно большое количество добровольцев, людей, которые вот просто по желанию сердца записывали эти песни, где бы они ни были. Ну вот, например, в Казахстане оказался журналист, сейчас я посмотрю, есть ли у меня его фотографии, по имени Хиршель Блаштейн, который вообще-то родился в Литве, но потом жил в Аргентине, его до 30-х годов приехал в СССР, где и он застрял во время войны. Он известен тем в последнее время, что он был таким довольно серьезным доносчиком на еврейских писателей после войны, но во время войны он занимался тем, что собирал еврейский фольклор в Казахстане среди разных евреев и беженцев, и советских евреев. И даже в 43-м году написал довольно известную, ну, в узких кругах, статью, которую опубликовали в газете «Эйникайт», идишской газете «Единство», где он говорил, что 43-й год запомнится еврейской истории как год, когда расцвел еврейский юмор. И, конечно, нам теперь сложно представить себе, что год, когда вот происходит то, что я вам показала, происходит на Украине, и год, когда большинство польских евреев уже уничтожено, и венгерских евреев еще не депортировали в Освенцим, и когда большинство евреев Украины уже погибло, и Беларуси, вот этот год, что он будет ассоциироваться с юмором. Но для Блаштейна, который живет тогда в Казахстане и читает в газетах о битве под Сталинградом, то, конечно, конец войны уже близок, и Гитлер, который с такой страшной в 41-м, становится все-таки смешным. И вот эта следующая песня, она была записана Блаштейном именно в Казахстане, у женщины по имени Шифра Перлина, приготовьтесь к некоторой жестокости этой песни, где она пророчит смерть Гитлера через призму довольно большого еврейского праздника Пурим, где как раз евреи празднуют то, что уничтожение своих врагов. И вот это исполнение этой песни псоем, слова можете почитать. Von dein Rechter seid verhingen, der im Gebet Hitler fliegt. Von dein Linker wird sich fliegen, Rosenberg und Ribbentrop. In der Erde rein wird's fliehen, mit Wissen Koparov. Und wir werden dir begraben, so tief in der Erde rein. Von dein Padle, von dein Grober, so kein Stinke, nicht nicht sein. Ai, 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 ai. Ну, вот так бы примерно, кстати, вы бы видели псо и слышали, если бы у него не отключали электричество. И я должна сказать, что вот этот юмор, записанный во время войны на идише в этом архиве, он сам по себе тоже очень интересен, потому что, ну, сейчас слушать такие песни смешно, я вас не вижу и не слышу, но надеюсь, что вы улыбаетесь хотя бы, когда читаете эти слова и слушаете музыку, но, в принципе, вот так вот, если подумать, над чем они смеются, то песни эти не такие уж и смешные. То есть они смеются над Гитлером, они смеются над фашистами. И это юмор такой журнала «Крокодил», конечно, который смешной, но в то же время официально. Дело в том, что шутки советского времени, они довольно часто все-таки смеялись не над тем, что, над чем правительство хотело, чтобы люди смеялись. То есть смеялись и над бюрократами, смеялись и над арестами, смеялись даже над Сталином. И как это может быть, что во всем архиве
Береговского юмор именно такой. То есть юмор смеется только над тем, над чем смеяться официально можно. То есть любая из этих песен может быть опубликована на любом языке, в любой публикации в СССР. И это, конечно, наводит нас на мысль о том, что в молчании заключается тоже довольно много информации, в архивном тоже. И то, что, видите, Береговский и его коллеги, конечно, не работают в атмосфере академической свободы. И, конечно, они не могут записать на бумагу все, что они слышат. То есть люди, с которыми они разговаривают, во-первых, они не знают, можно ли им петь все, что они знают. Во-вторых, Береговский, даже если им что-то спели, что, может быть, лучше не записывать, все равно должны решить, записать это или нет. И в-третьих, даже если это записано как-то от руки, непонятно, нужно ли это и не будет ли это безопасно оставить это в архиве. Поэтому, конечно, вот этот вот юмор, и юмор это особенно хорошо показывает, является такой тройной цензурой того, что осталось от того времени. И воспринимать весь этот материал как вот действительно зеркало в душу народа, наверное, не следует, потому что, конечно, это не зеркало, а окно, хоть на что-то. Но то, что все вот эти люди, которые эти песни поют, например, точно знают, кто такой Риббентроп, кто такой Розенберг, кто такой Фрик, это нам говорит о том, что они все-таки дают нам возможность понять вот что, не то, что хотя бы над чем люди смеялись, но хотя бы то, что они понимали. Но после закрытия еврейского кабинета культуры в Киеве в СССР не осталось научных заведений, изучающих культуру на идиш. В 50-е годы в большинстве мест, где жили советские евреи, общественная культура на идише практически не существовала, за исключением нескольких оазисов в Черновцах, Львове и Прибалтике. Через 3 года после смерти Сталина Береговский и его семья добились освобождения. Рубима Лернера тоже освободили в том же году. Но к научной деятельности на тему еврейской культуры Рубим Лернер не вернулся, а Береговский не вернулся к теме войны, потому что ему сказали, что вот этот материал весь, который вы сейчас видите, был полностью утерян. И последние 5 лет своей жизни он потратил на то, чтобы привести в порядок свой личный архив с тысячами песен, мелодий, записанных им во время этнографических экспедиций 20-30-х годов. Сейчас, как я уже сказала, эти песни стали основой возрождения клезмерской музыки по всему миру, но его военные работы стали известны только сейчас. Он не дожил до момента, когда его дело получило признание, которое он заслужил. Как и библейский Моисей, он так и не увидел землю обетованную. Но сегодня вот эти песни мы услышали с вами по Зуму, и в 2019 году альбом с этими песнями, диск с этими песнями был номинирован на Грэмми, поэтому прозвучал в Лос-Анджелесе и по всему миру. И мы с ПСОем благодарны Береговскому, и Рубиму Лернеру, и Оле Спиваку, Хине Шаргородскому, и Сеи Майданскому за их труд. И мы благодарны людям, которые без компенсации, без знания, зачем они это делают, собрали по всей стране вот этот уникальный материал, который дает нам почувствовать и прикоснуться к культуре людей, которые пережили через то, что ни один человек не должен видеть. И я хочу закончить вот нашу мою лекцию сейчас с примером песни, которая была записана человеком по имени Яков Мейерзон, опять в Казахстане. Яков Мейерзон родился в Вене и был коммунистом, и приехал в СССР строить коммунизм. Но в 1932 году его жил в Кривом Роге. В 1932 году его арестовали, посадили, и он сидел в тюрьме до 1941 года. В 1941 году его из тюрьмы выпустили, совершенно больного, он страдал от туберкулеза, у него выпали все зубы. И он просто просил милостыни на улицах Алматы попрошайка. И дети, скорее всего, дети беженцев, может быть, румынских беженцев, есть у нас такое подозрение, начали его дразнить, кидать в него камни, там вообще обзываться, все. И он в какой-то момент не выдержал и ругнул их на иврите. И тогда кто-то из этих детей сообщил своим родителям, что вот тут какой-то нищий ругается на иврите. Родители пришли посмотреть, что это там сидит, и наняли этого Якова Мейерзона, чтобы он этих детей
не учил немножко еврейскому алфавиту. И в течение нескольких... За еду, не за деньги, конечно, денег ни у кого не было, но еды тоже было очень мало. И во время этих занятий у Мейерзона был блокнотик, в котором он записывал песни, которые вот эти дети пели. И так как он был человек, хорошо пораненный и советской власти, он ей не доверял, но он сидел в тюрьме и боялся за все, то ни одного имени, ни одного ребенка в этом блокнотике нет. Есть только даты. И в конце 45-го года Мейерзон этот блокнотик отправил Береговскому, а сам он в 46-м году умер. Но он был очень больным человеком и не знал, что произошло с этими песнями. Ну вот, а песни оказались эти в архивах Береговского, и часть из них теперь исполняется Псоем. И вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, эта страничка из блокнота Мейерзона, она называется «Песня на Йом-Кипур, 45-й год». Она еще... нигде не исполнялась. Это мировая премьера, мы заканчиваем наш концерт. То, что вот Псой сейчас поет, это он поет у меня дома в моей гостиной. Репетиция, можно сказать, перед нашим с вами концертом. Мы не думали, что эта репетиция будет финалом нашего мероприятия, но зато вы первые, кто эту песню слышит. Шлом мир мид Гитлерн капорес. Асоф анецу але лайн але цорес. Аф янкипер вегир зайн дер капоре он. Уна всім хастойре ветер бренен вия лихтун дер Большое вам спасибо за внимание. Я сейчас перестану делить экран и готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Анна, смотрите, спасибо вам большое за эту презентацию, лекцию, концерт. Было очень интересно. И наши слушатели писали в чате, да, что интересно. Есть несколько моментов. Давайте я обращу, может быть, внимание на них. Там по части вы уже ответили, что мелодия одной из песен, она напоминала Катюшу, да, но вы прям сразу по комментариям сказали, что так и было. Вот. Дальше у нас спрашивали, писал ли Псой сам музыку или музыку к песням вы брали из каких-то источников? Да, спасибо за этот вопрос. Значит, с музыкой было так. Если было возможно понять, на какую... Во-первых, иногда были записи. Например, было написано «Поется на мелодии три танкиста». Тогда не было вопроса. Или иногда было написано... Или иногда была сама мелодия написана, вот как, например, «Сижу я в лагере». Там не надо было думать. Иногда мелодии не было, но мы узнавали... слова песни, что это была просто, что переделанная какая-то довольно старая еврейская песня. Но иногда, вот как, например, в песне с этой Мишей, ничего не было, были только стихи. И тогда Псой придумывал думал, а какая бы советская мелодия хорошо бы легла или еврейская мелодия на эту песню. Береговский написал в своих, записках об этих песнях, что... у людей не было времени сочинять новую музыку. То есть вся музыка была старая. Вся музыка была или идишская музыка 30-х годов, или советская музыка 30-х годов, что, кстати, не всегда было разными вещами. И поэтому мы исходили из этого. «Темная ночь», «Бернес», и вообще «Бернес», он очень вдохновлял Псоя о том, как думать об этих песнях. И вот эта песня Миши, например, она ложилась и на слова Катюши, и на слова «Тумбалалайки». В чем-то она была как Катюша, потому что это тоже женщина ждет мужа с войны, и Катюша была очень популярна во время войны.
написана она, в принципе, Матвеем Блантером, тоже еврейским композитором, и поэтому она ложилась. Но, тем не менее, это была не совсем «Катюша», это была еще такая еврейская песня, и так добавилась к ней «Тумбалалайка». Это вот этот пример. Вот чтобы он сам написал мелодию, это произошло, по-моему, только в одной или двух песнях. Одна песня называется «Пулемет», записана красноармейцем Мендела Маном во время войны. Там он полностью сочинил свою мелодию. А иногда, даже если мелодия была, то он все равно ее пел на другую. То есть, потому что как-то вот старая мелодия не ложилась. Но вот, например, была одна очень трагичная песня, записанная в Печоре, рассказывающая о голоде, о смерти и о жестокости там. И Псо ее пел на мотив песни Мэри из «Маленьких трагедий», и на мотив «Шнитке», который написан в 78 году, ну, потому что мелодии не было, пели как хотели. А потом нашли мелодию, оказалось, что она вообще пелась на Стеньку Разина. И мы были очень рады, что мы пели на «Шнитке», а на Стеньку Разина, потому что Стеньки Разина вот сейчас она уже не звучала. Но, в принципе, вот этот подход к мелодиям, он был очень творческий и давал нам некоторую свободу в том, что мы хотели сказать. И учитывая то, что ни одного слова, ни одной песни было не изменено, мелодия дала нам возможность как-то донести эту историю до современного слушателя, не только в России, а по всему миру, потому что мы должны были это, чтобы это было интересно и людям, которые знают, что такое идиш, и людям, которые не знают, и людям, которые знают о войне, и которые не знают о войне. Поэтому вот такое вот сотрудничество историка и музыканта в творчестве и в архивном исследовании. Да. Спасибо большое. Вот еще вопрос, который здесь был озвучен. Вы показывали документ, который был найден в карманах одного из партизан. И да. Этот документ был напечатан на печатной машинке. Да. И вот нас спрашивают, проводил ли кто-то внешнюю критику источников, насколько вообще реально найти печатную машинку с раскладкой на идише в 1943 году. Да. Было бы очень интересно. Но, понимаете, эти документы, ответ короткий нет, никто ничего не проводил. Понимаете, эти документы никто еще вообще не видел, потому что они лежат в архиве, в отделе рукописи библиотеки Вернадского, до сих пор в открытом доступе. Но, знаете, вот говорят, что вот там архивы лежат в сверхсохране, их никто не может прочитать, их трудно достать, советские там эти прятали архивы. Дело в том, что все это правда, но сейчас главным барьером, главным препятствием к изучению этих документов является то, что никто не читает на идише, никто не читает на идише в такой степени, чтобы действительно их понять. И поэтому эти документы открыты уже очень давно, и их еще никто не читал. Поэтому никакой экспертизы, никакого анализа ничего не проводил. То есть наша работа, мы просто смотрим на этот текст. И, конечно, было бы там много что можно сделать. Интересно смотреть на не только на, может быть, машинку, на которой напечатали в 43-м году. Думаю, что это очень тяжело найти, но даже на обратную сторону бумаги, что там всякие эти румынские тетради, например, или всякие бумаги немецкой канцелярии, потому что бумаги тоже нет. И, как выяснилось, карандаш сохраняется гораздо лучше, чем ручка, как выяснилось тоже из анализа документов. А потом еще они написаны на таком тяжелом рукописном идише, что это, если даже уже понять, что там написано, но понять именно этот рукописный идиш, это тоже очень тяжело. И поэтому, к сожалению, наше препятствие рассказывают эту историю, это не государственные, не идеологические в основном, а просто вот такие технические, что у нас нет достаточно знаний. Я надеюсь, что это препятствие как раз преодолимое. Хорошо, спасибо большое. Вот еще вопрос, такой, не знаю, больше, может быть, утверждение. Страх перед казаками со времен Российской империи оставался, спрашивают ли нас. Не знаю, насколько вы можете ответить на это. Вы знаете, мы с Псоем, так получилось, что мы все время об этих казаках думаем. Почему? Потому что казаки, они являются такой очень частой, очень важной частью этого дискурса в разных понятиях. То есть в Германии в 1933 году евреи говорят, что тут будут погромы, это же они же не какие-то казаки. То есть вообще не могли себе представить. А потом, когда, значит, в наших песнях в гетто и везде,
огромное количество мелодий казахские. То есть они поют на... То есть, да, страх еврея-казака — это интересная и важная тема, но для того, чтобы в 20-е и 30-е годы проводилась очень такая серьезная политика, что евреи и казаки должны теперь дружить. И поэтому там всякие были фильмы про то, как они сотрудничали, и музыка тоже, значит, друг у друга занимали, и тех угнетали, и нас угнетали, теперь мы все свободны. Это очень... Да, я вижу, что вы пишете про казаков Голда Мейр. Это все имеет право на существование. Но... Дело в том, что в западном представлении о казаках, казаки — это погромщики. А в песнях наших, сочиненных на идише нашими людьми, евреями украинскими, они сочиняют на казахские мелодии. То есть я думаю, что для них казаки ассоциируются с силой, с радостью, с возможностями, может быть, которых у них нет. И как бы они оттуда берут очень много. И поэтому... даже сейчас вот мы переживали, как переводить эту песню про ВОЖ, потому что ВОЖ ругается, что немцы и казаки — это одно и то же, а мы-то знаем, что немцы и казаки — это не одно и то же, и как вот это вот переводить. Вот. Но тем не менее, это такое есть сочетание, что евреи боятся погромов казахских, но в то же время восхищаются казахской силой. И вот этот вот момент, нюанс, он очень сильно виден в этих песнях. Да, ну вот тут очень много благодарностей у нас, я, наверное, не буду на них тратить время. Я вижу, эти чаты уже открываю. Последний вопрос, который задают, Псой только поет на идише или он может и говорить на идише? Может говорить на идише тоже. Поет и говорит, и все эти песни мы анализируем вместе близко к тексту, и сейчас он еще брал дополнительный курс на идише, то есть был какой-то момент, когда нам обоим пришлось говорить на идише с собеседниками, и он очень хорошо с этой задачей справился. Да, и вот я вижу, еще один вопрос появился. Насколько эти песни традиционны с музыкальной точки зрения? Появились ли какие-то новые мелодии? Есть там что-то, про что вы можете рассказать нам? Описание трагедии Бабьего Яра, да. То есть более позднее, ты имеете? Ну, я сейчас скажу, как бы, как я понимаю, и если непонятно, то, пожалуйста, пишите в чат. Или если я что-то плохо объясняю на эту тему. Тут, значит, такая штука с этими мелодиями, что во время войны все мелодии старые. Это у нас Береговский нам говорит, и это аксиома, и это очень хорошо. Потом, поэтому от этого мы отталкивались. Что такое мелодия традиционная? Это как раз интересный вопрос, потому что, скорее, единственная такая более-менее традиционная мелодия, которую вы сегодня услышали, это вот эта песня о Жабокриче, баллада, которая вообще поется без слов, и она такая фольклорная. Все остальные — это песни из фильмов, песни из городские песни, песни, может быть, какие-то романсы. Очень популярна была опера, например, и там, ну, такая поп-опера, там всякие Лемешевые и Шульманы, и вот люди поют вот эту музыку. И вот этот вопрос как бы о традиционной музыке или аутентичной музыке, он меня очень волновал, потому что как историку мне всегда важно было, чтобы этот документ был так, как было, чтобы вот он был как написано, как пели, так и мы будем петь. И я всегда очень нервничала, когда мы этот материал представляли всяким этномузыкологам, фольклористам, и оказалось, что нервничала я совершенно напрасно, потому что оказалось, что этномузикологи, фольклористы как раз говорят о том, что вся фишка, в общем, вот этой науки в том, что музыка меняется. И что человек, который услышал песню и пел ее так, как пел, может услышать ее на другую мелодию, сказать «мне так нравится больше» и петь на эту мелодию опять. И какая из этих мелодий является аутентичной? И в этом как бы весь смысл вот этой вот этномузикологии. Но когда как бы я это поняла и прочитала про эти статьи, я как бы стала меньше думать о том, насколько эти мелодии являются именно традиционными, или даже, не дай бог, знаете, там, клезмерскими, или украинскими, или славянскими мелодиями, это очень тема, которая волнует сейчас современное изучение еврейской музыки, вот где это настоящее еврейское сердце, еврейский дух в этих мелодиях, можно ли его найти. Меня этот вопрос не интересует.
Меня интересует, ну, грубо говоря, что нравилось нашим людям. Вот если им нравилась опера, или если им нравился фильм, музыка из фильма, если им нравилась вот эта хулиганская песня, то это то, значит, что мы рассматриваем как народную мелодию. А вот именно истоки и нюансы, все такое, этим мы не занимаемся. Но у Береговского куча всего такого записано. То есть очень много материалов, даже военного времени, вот просто ноты, которые тоже никто еще ничего не смотрел. И я думаю, что музыкантам клезмерским это было бы интересно в качестве просто неизвестной еврейской музыки. Хотя если много из нее скажется всяких третий танкист, я думаю, что они будут тоже разочарованы. Ну, вот мне кажется, что все вопросы из чата мы с вами просмотрели, озвучили. Да, большое спасибо нашим участникам за теплые слова, за отзыв о лекции. Всегда приятно лекторам слышать, что то, что они рассказывают, интересно и важно, и отзывается. Анна, спасибо большое вам за суперинтересный материал. И очень жаль, что не смог нам сегодня присоединиться Псой, но передавайте ему наши пожелания скорейшего подключения электричества. Надеюсь, что у них там все наладится с ураганом, все будет хорошо. Спасибо большое, и он передает всем привет. И огромное спасибо, что вы нашли на это время, когда мы все живем, и каждый день для нас тоже необычный день. И послушать про эту историю — это очень приятно и очень важно, и большое вам спасибо. Спасибо Центру Сейфер, и Ирине, и Ольге за организацию этого мероприятия. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.